Добрый день, друзья. Не успеваю я обрабатывать всю информацию. Мы уже по аутизму выложили даже целую табличку с нашими детками, где можно каждую неделю мы ее будем обновлять. Вы будете видеть те, с кем мы работаем, с кем мы повторные сеансы проводим, какие у них изменения проводятся. Те сеансы, где мы просто пообщались с душой и не было никаких таких моментов, влияющих на историю, мы выкладывать не будем. Но вы можете это все наблюдать уже онлайн у нас на сайте. И мы продолжаем делать истории и постепенно набирать, я уже даже человека дополнительно подключила к этому делу, который набирает истории, потому что они невероятно интересные кармические. Вот. Я же то, что нам мамы присылают аудиофайлы и видео, очень неудобно это все закачивать через YouTube, как-то размещать. Я все выкручивалась, как это делать. Я буду по-прежнему снимать ролики. И вот сегодня пришел аудиофайл от мамы Жанар и Саши. Уже материалы, страничка их у нас есть на сайте. Их история уже началась вести на сайте. У нас были жесткие такие моменты поражения, была агрессия, были невменяемые такие состояния. У Саши с речью были проблемы, со злостью, с агрессией, совсем подряд. Посмотрите предыдущее видео. Я уже не помню его диагнозы, но они не очень такие были приятные. Так вот, последнее, что прилетело нам было от мамы Мир Труд Май. Вчера Саша ездил с папой на занятия с логопедом. Та прислала видео. Хвалит, говорит, проснулся. Вечером телефон папы зазвонил, и Саша сам принес. Шок. Развитие идет. Правда, слух, звуки то ли боится, то ли утомился. Пока плачет, и это пройдет. Ну вот смотрите, казалось бы, мелочь, но когда уже замечают специалисты, тот же самый логопед, это уже не мелочи, да, то есть движение у ребенка пошло, это уже фиксируется на уровне специалистов. Сегодня я хочу показать еще одно видео от мамы и аудиофайл дать вам послушать. Добрый вечер, Наталья. Я думала, у вас отпуск как отпуск, а вы вовсю работаете. Каждый день новые видео. И так далее. А у нас новая победа. Причем неожиданно для нас. Мы решили Сашу постричь. Это всегда был стресс для Саши, для нас. Мы первое время вообще там его и держали, и с конфетами, и по-всякому. А вот и в ванной, и на кухне. Сегодня я ему сказала: Саш, мы тебя сегодня будем стричь. Он так понервничал. Вот. Ну, мы поставили заряд на зарядку машинку. Вот. Потом я второй раз обмолвилась, но думаю, это, надо мальчишку подготовить. Ну и все, значит, он, ему не очень нравилось, конечно. Потом он, значит, мы его посадили на стульчик, накрыли, и уже я мысленно приготовилась, сейчас придется как-то обнимать, уговаривать. С каждым разом он, конечно, все меньше и меньше плакал. В последний раз он не вырывался, но плакал. То, что он сделал сегодня, у меня просто отвисла челюсть. Я пошла, как только муж начал его стричь машинкой, я молча пошла за телефоном и начала снимать. У меня просто отвисла челюсть. Он как будто всю жизнь так стригся. Вот это наша новая победа. Смотрите, абсолютно нормальный ребенок, абсолютно нормально себя ведет, адаптированный, понимает, что его стригут, понимает, принимает. У него нет агрессии. Вот эти изменения у детей, они дорогого стоят. Я понимаю, что, наверное, для кого-то, когда я разные письма получаю на самом деле, и критику получаю. Наверное, для кого-то это не победа. Для того, кто не был в шкуре родителей. На самом деле, вот такое проявление ребенка, я хочу, чтобы лучше было видно, чтобы не дрожал потом экран, чтобы камера сняла. На самом деле, такое проявление – это победа родителей. Мы всего лишь были указателями, которые показали. Вот там кармическая история. У Саши была поломка на уровне души. То есть чинила душа души. Это значительная поломка, да. Даже экстрасенсы не могут объяснить, кто такая душа души, и как она может чинить, и как она может нам
подчиняться. Мы тоже многое не можем объяснить, что мы делаем. Например, когда мы общаемся с этим уровнем, с уровнем души-души. Вот сегодня был такой момент, когда мы вышли на него, там стоит речь вообще о замене души. И на том уровне был шок. Нам сказали, как вы сюда приходите? Люди должны ходить по определенным траекториям, отведенным, и их сознание не может перемещаться так высоко. Наверное. Не у всех. Если есть интерес и чистота намерения, они проводят куда угодно, и они творят чудеса. И реально те вещи и те ключи, которые мы практически наработали в инфодайвинге, я считаю, что они уникальны, они невероятны, и они дают возможность творить чудеса на расстоянии. И эти дети, с которыми мы работаем, они обречены на то, чтобы поправиться, чтобы быть здоровыми, чтобы создать свои семьи, чтобы реализоваться. Потому что это уровень общения сознаний, это магия сознаний, это уровень общения душ. Это тот уровень, где мы сотворцы этой реальности. И это возможность каждого человека. И вот эти дети, которые, с которыми мы работали, которые прошли через аутизм, они ведь дальше в своем жизненном опыте и механизме веры понесут информацию о том, что это все возможно. Что это все возможно, и чудеса в этом мире есть. И что в них есть Бог. И это очень важно. Это действительно другая игровая карта. Присылайте видео. Сегодня еще одно видео выложу про аутизм.